Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы с вами рассмотрим вариант модернизации одноплатника Raspberry Pi 4B при помощи платы расширения X857, позволяющей использовать SSD-диски формата mSATA. Сравнительно с внешними USB-дисками, такой вариант более аккуратный за счет использования плоского USB-переходника, а также позволяет выбирать из большего количества дисков. Кроме этого, в этом обзоре мы с вами повторим шаги моего урока 1.3 по Home Assistant, а именно установим систему, сделаем прямую загрузку с SSD-диска и установим Supervised Home Assistant. Рассматриваемая в обзоре сборка состоит из четырех компонентов: самого одноплатника, специального радиатора охлаждения к нему, платы расширения X857 и mSATA SSD-диска на 128 ГБ. Сердцем этой сборки является 4-гигабайтная версия Raspberry Pi 4, но ограничений для других моделей на 1, 2 или 8 ГБ нет, можно использовать любую. Радиатор тут не совсем обычный, было решено применить специальный, рассчитанный под использование с платами расширения вариант. Он имеет ряд отличий, в частности расширенный комплект поставки с большим количеством крепежа и термопрокладками. С внутренней стороны имеются два теплоотвода для центрального процессора и чипа оперативной памяти. Крепеж, ну просто на все случаи жизни. Спейсеров формата M2.5 7 вариантов. 5 с длиной резьбы 6 мм и длиной корпуса от 12 до 16 мм с шагом в 1 мм. И 2 маленьких с длиной корпуса 5 мм, а резьбы 5,4 мм соответственно. Следующий компонент — это плата расширения X857 для Raspberry Pi 4, дающая возможность установки mSATA SSD-дисков. С одноплатником она работает через USB, а для дисков большей емкости предусмотрено еще два варианта разъемов питания, но в моем случае они не пригодились. На другой стороне стандартный разъем для mSATA SSD и два резьбовых крепления для него. В комплекте идет USB-перемычка для подключения к одноплатнику и крепеж для диска и соединения платы и мини-компа. Для сборки был выбран недорогой mSATA SSD KingSpec объемом на 128 ГБ. Каких-то специальных предпочтений при выборе не было, просто бюджетный вариант. Хотя соединение с одноплатником здесь тоже происходит через USB разъем, по сравнению с USB SSD дисками, этот вариант дает неплохой прирост скорости, что вы можете сами увидеть в конце этого обзора. Сборку я начал с установки радиатора. В отличие от рассматриваемых мной в предыдущих обзорах про Raspberry Pi 4, он более открытый, раза в 3 тоньше. Комплектные термопрокладки я использовать не стал, предпочитаю старую добрую термопасту, которую нужно равномерно нанести на чипы. Установил радиатор на место, а с нижней стороны закрепил его спейсерами, которые шли в комплекте с платой X857. Вид с другой стороны. На этом радиаторе остаются открытыми все внешние интерфейсы: GPO, дисплей и камера порты. Теперь диск SSD подключаем в разъем на плате и закрепляем парой комплектных винтов. После этого можно соединять платы вместе. Для крепления я использовал спейсеры, которые были в комплекте с радиатором, чтобы приподнять устройство над поверхностью. Хорошо видно, что небольшая толщина радиатора и сквозные резьбовые крепления по углам позволяют ставить платы расширения не только под одноплатником, но и над ним. В принципе, не обязательно использовать специальный радиатор, можно обойтись и обычным. Нижнюю половинку закрепить на спейсеры под диском. Вот картинка с просторов интернета, как может выглядеть плата расширения при использовании с таким радиатором, состоящим из двух половинок. USB-порт на плате расширения располагается точно под портами одноплатника, все совпало идеально. А длина комплектных спейсеров рассчитана по длину жесткой USB-перемычки, при помощи которой шилд соединяется с одноплатником. Благодаря этому достигается компактность по сравнению с USB-SSD, из порта не торчит кабель или сам диск. На плате X857 очень не хватает порта для подключения напрямую к компьютеру, типа USB Type-C или microUSB. Ведь нужно же как-то залить на него образ системы, пришлось выкручиваться. Благодаря небольшой толщине моего ноутбука мне удалось подключиться, используя комплектную перемычку и USB удлинитель. Но на всякий случай я оставлю в описании ссылку на специальный USB кабель формата папа-папа. Диск определился нормально, нужно только создать том, назначить букву диска и отформатировать его. В этом месте я хотел просто дать отсылку к своему уроку 1.3 по Home Assistant, так как установка производилась строго по его шагам.
Но для удобства я решил отснять все свои действия, чтобы не надо было переключаться между обзорами. Если кому-то покажется это изложение недостаточно подробным, можно пересмотреть и урок. Ссылка на него и на файл с командами в описании. Итак, сначала записываем образ Raspbian на карту памяти microSD. Она будет нужна только на первом этапе. После записи создаем пустой файл SSH в корневой папке. Повторяем действия с SSD-диском, разворачиваем образ и создаем файл SSH. Перемычку пока не устанавливаем, на первом этапе грузимся только с карты памяти, без подключенного SSD, это важно. В роутере находим, какой адрес присвоен устройству. Дальше при помощи терминала, я использую PuTTY, подключаемся по протоколу SSH, используя имя и пароль по умолчанию PI и Raspberry. Обновляем список пакетов, затем сами пакеты. Устанавливаем последнюю версию прошивки для самого Raspberry Pi. Для применения перезагружаем. После перезагрузки снова подключаемся в терминал. Ставим программу обновления бутлоадера. Убеждаемся, что установлена последняя версия. Меняем канал обновления с Critical на Beta, только в нем на момент создания этого обзора есть поддержка загрузки с USB. Выходим, сохранив файл. Проверяем прошивки на бета-канале, они выходят довольно часто. Выбираю самую новую на сегодня от 15 июня. Указываю путь к этому файлу в программе обновления бутлоадера. Устанавливаем прошивку, для применения перезагружаемся. Через минутку заходим обратно в консоль. Проверяем версию бутлоадера, дата соответствует. Теперь конфиг бутлоадера, тут должна быть строка с порядком загрузки. Кстати, в стабильном бутлоадере на эту же дату этой строки нет. А вот только теперь ставим назад USB перемычку, прямо на ходу, не выключая питание. Винт подключили, теперь создаем папку SSD диск в каталоге MNT. Монтируем к этой папке наш диск. Теперь переписываем на него с карты памяти все файлы, которые имеют расширение ELF и DAT. После этого останавливаем сервер командой sudo halt. Ждем минуту-две для верности, отключаем питание и вынимаем карту памяти, она нам больше не нужна. Итак, первая загрузка с SSD диска. Она может занять чуть больше времени, потому что система переразмещает области. Лучше подождать минуты 3-4 и после этого заходить в консоль с логином и паролем по умолчанию. Меняем дефолтный пароль для пользователя PI на какой-нибудь свой. Обновляем список пакетов, затем уже сами пакеты на SSD-диске. Шаг создания своего пользователя, он не обязательный, но я всегда это делаю, мне так удобнее. Хотя, конечно, можно работать и под стандартной учеткой PI. Добавляем пользователя в админ группу sudo. И теперь переходим на новую учетку. Я прописываю для каждого сервера жесткий IP-адрес. Это можно, конечно, делать и средствами роутера, но так как его ресурс на статический IP не безграничен, то проще прописать все на стороне одноплатника. Переходим к утилите настройки для Raspbian. Сначала проверяем ее собственное обновление.
Далее ставим локализацию, например, RUUTF-8. Применяем ее. После локализации выставляем свой часовой пояс. Заменяем канал обновлений бутлоадера с Critical на бету. Для SSD диска это нужно делать отдельно. Теперь ставим список зависимостей, нужных для установки Hassio, и еще парочку полезных приложений. После этого для применения настроек перезагружаем одноплатник. Коннектимся уже по новому прописанному статик IP-адресу, если, конечно, вы это сделали. Ставим докер. После установки создаем группу докера и добавляем в нее текущего пользователя. Следующий шаг тоже не обязательный, но может весьма пригодиться в будущем – установка портейнера. Это приложение для управления контейнерами докера. Лично меня это приложение выручало несколько раз очень серьезно. Переходим на интерфейс портейнера по адресу одноплатника порт 9000. Создаем административную учетную запись, переключаемся в раздел Local. Пока в нашем докере есть только один контейнер, собственно сам портейнер. Возвращаемся в консоль и входим в режим рута. Запускаем скрипт установки Hassio. На сегодня уже исправили исходную версию. Несмотря на предупреждение, все ставится корректно. Пугательные надписи игнорируем. Ждем завершения выполнения скрипта. Выходим из консоли, несколько раз набирая команду exit. Минут через 5 можно пробовать заходить на веб-интерфейс по адресу одноплатника порт 8123. Пока здесь лендинг-страница системы. Если обновить список контейнеров, можно увидеть результаты деятельности установочного скрипта. Через некоторое время лендинг сменится страницей создания пользователя. Делаем учетную запись и заходим в чистый интерфейс системы. Для начала неплохо бы немного протестировать новый сервер. Ставим редактор файл-эдитор, чтобы можно было редактировать конфиги. Добавляем его на панель и запускаем. В главном конфиге создаем раздел сенсоров. Я обычно выделяю под них отдельную папку. В этой папке создаю файл с сенсорами системного мониторинга и температуры процессора. Lovelace я признаю только в ручном режиме, его тоже нужно прописать в Configuration YAML. В профиле пользователя нужно включить расширенный режим, чтобы появилась опция проверки конфигурации. Проверяем ее, и если все сделано правильно, перезагружаем, чтобы применились новые сенсоры. После перезагрузки создаем в корневой папке конфигурационный файл Lovelace и в нем создаем графики системных сенсоров. А это состояние графиков через несколько суток беспрерывной работы сервера. Температура процессора в этом радиаторе держится в пределах 50 градусов, при том, что в комнате в среднем 27-28 градусов. Загрузка процессора не более 5%, ОЗУ в среднем 12-13%. Правда, и система пока пустая, но скажу, что даже при тяжелой конфигурации, при использовании Raspberry Pi 4, остается минимум тройной запас производительности. Сравним последовательную скорость записи и чтения SSD-дисков на Raspberry Pi 4B. MSATA KingSpec. Запись 213 МБ в секунду. Чтение 784 МБ в секунду.
USB SSD KingDiann, запись 193 МБ в секунду, чтение 535 МБ в секунду. И USB SSD Angelon, 131 МБ в секунду запись, 405 МБ в секунду чтения. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что все свежие актуальные новости, а также распродажи и интересные купоны по товарам умного дома вы можете найти на моем телеграм-канале. Ссылка в описании. До свидания, до новых встреч!